Привет, привет, мои дорогие, как у вас дела? Сегодня у нас, да, девушка говорила, без э не получается, девушка, извините. У нас сегодня Астана 2, вот, в таком виде. И, наверное, мы суфле поедим. Такое суфле. Ну, у меня здесь, конечно, кусочки всякие разные. Вот, суфле. Чалк суфле, клей Астана 2, Астана 2. Мерабата кипчелерем, насылсыңыз, иемісіңіз. Бүгін бізді тәбешердіңге ады суфле, әмді келдің ады Астана 2. Казахстанның ке келе, чок гүзел, чок тазы, рәңгі де гүзел. Tadını bir bakalım nasılmış. Hi my dear, how are you? Я так давно не пробовала Астану. Ну, наверное, 2 года точно прошло, я думаю. Довольно-таки вкусная. Но она такая чистая. Это вообще крем, цвет такой молочный. И вправду, посмотрите, вообще такой цвет. Вкус сливочный, конечно же. Но вкусный. Нету там какого-нибудь... Отталкиваю еще. Угу. Вкусненько. Ну, наверное, покушаем немножечко смело. И будем, конечно же, глотать. Хочу прям смело. Не знаю, сегодня у меня аппетит такой. С утра голодненькая. Посмотрим, как он смотрится на меле, да? Ну, ничего, вроде так. Этот цвета разные. Суфле сам сухой. Мелочек. Вкусное сочетание. Напудренный. Вкусно.
Yani. Желтая прожилка. Так хотела остальное поглотать, но глотаю в данный момент. Но, видать, весь не смогу. Не идет. Приятно жевать даже.